Добрый день, коллеги. В наличии есть запасные части для копировальной техники Hewlett-Packard HP 8000 и сопоставимых моделей. Это не оригинальное изделие, тефлоновый вал, upper roller или upper fuser roller. Согласно каталогу, я вот занимался этим вопросом, продается только печка узлом в сборе. И данная деталь не расписана отдельно. То есть каталожного номера на нее нет в таком свободном доступе. Но тем не менее мы понимаем, что любые узлы состоят из отдельных простых частей. Вот таким к таким частям относится и тефлоновый вал. Зачем нам покупать целую печку за 300 условных единиц, если можно купить за абсолютно другие деньги тефлоновый вал, который, по сути дела, вышел из строя, даже не отработав своего ресурса. В общем, есть такие запасные части в наличии. У нас практически на все модели печатных устройств есть тефлоновые валы, резиновые валы, фоторецепторы, фотобарабаны, PC-драм и лезвие очистки. То есть самые распространенные расходные материалы ресурсные. Внутренний номер DG035. Производство Китай. Вес я вам показал. 202 грамма. Сейчас возьму коробочку, открытую уже. И постараюсь показать вам место, оно маловато. Чего же там внутри? Ну вот я раскрыл ее предварительно, так как одной рукой снимаю, одной. Коробка картонная, стандартная. Вот тефлоновый вал в такой упаковочке. Вес его 131 грамм. Ну, с учетом вот этой вот защитной пленки. Цвет, как вы видите, черный. Вот изделие. Сейчас попробую вам показать. То есть все просто, все замечательно. Ресурс, сколько отработает, не знаю. Надо пробовать, но будут результаты, я вам скажу. Думаю, что отработает он очень и очень достаточно за свою стоимость. Если у вас есть потребность, пожалуйста, обращайтесь. В наличии в достаточном количестве. Поставлю вал в печку, засечем показания счетчиков, будут. Выйдет из строя, если выйдет из строя раньше списания этой машины. Постараюсь снять вам еще одно видео и рассказать, какие вопросы возникли, либо не возникли в процессе эксплуатации данного тефлонового вала.